В Эльбане проводится капитальный ремонт спорткомплекса «Восход». О проделанных и планируемых работах расскажет Яна Бобровская. Эльбанский спорткомплекс «Восход» построен в 1988 году, а введен в эксплуатацию в 1992. За все эти годы его работы ремонт здесь проводился лишь косметический, чтобы хоть как-то поддерживать здание для его функционирования. А с прошлого года в спорткомплексе начался капитальный ремонт. В прошлом году мы заменили полностью инженерные сети, то есть это вентиляция, электрика, пожаротушение, пожароповещение. Частично был задействован и косметический ремонт. Были поменены окна подвального этажа, отремонтированы входные группы, крылечки. Был отремонтирован зал бокса. Численность населения рабочего поселка Эльбан чуть больше 11 тысяч человек, а спортивные секции посещают дети школьного возраста. Это более 200 человек. И для того, чтобы у ребят не было большого перерыва в тренировках, ремонт планируется провести в кратчайшие сроки. В этом году у нас было заключено 3 договора по 44-му ФЗ. Все подрядчики вышли, все работают. Срок окончания работ 1 декабря. В начало капитального ремонта спорткомплекса большую лепту внесли и местные общественные деятели. Благодаря их упорству и настойчивости на них обратили внимание. Все ребята очень с нетерпением ждут, когда начинаются занятия. Для них занятия по расписанию – это прежде всего возможность упорядочить свой день, да, и определиться, важно ли заниматься им этим. И они с удовольствием бегут, даже после урока всегда говорят: «Дарья Александровна, у меня сегодня тренировка в 6 часов, я так ее жду». Ребята с теплом отзываются о спорткомплексе, о секциях, о методах работы, приемах тренеров, которые они используют по работе с ребятами. В июле поселок Эльбан с рабочим визитом посетил в Рио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. В первую очередь он поинтересовался о ходе ремонтных работ спорткомплекса «Восход». В ходе визита выяснилось об отсутствии спортивного инвентаря и нехватке штатов. Дмитрий Демешин в срочном порядке решил эти вопросы. Губернатор дал поручение в ходе своего визита 26 июля. Ставка тренера уже рассматривается. Это дзюдо, самбо. Ну и плюс приобретение на следующий год спортивного инвентаря и инвентаря. Жители поселка очень рады тому, что уже скоро перед их детьми, юными спортсменами, распахнутся двери обновленного спорткомплекса. Их вновь встретят любимые тренера и светлые уютные залы. После ремонта здесь появится еще один зал для тренировок по борьбе, дзюдо и самбо. За что хотелось бы отдельно благодарить Рио губернатора за то, что он выделил ставку для поселка, потому что у нас этот вид спорта очень развит. У нас есть хорошая школа, хорошие тренера и спортсмены. Теперь у жителей Эльбана есть к чему стремиться. После капитального ремонта здания они будут облагораживать территорию спорткомплекса «Восход». Яна Бобровская, Иван Манойленко, Евгения Кириенко, телеканал «Амурск».